Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я постараюсь мало комментировать, потому что, мне кажется, это мешает как-то сконцентрироваться зрителю. А там как получится. Смотрите, я сейчас в Сенсей, и на вот такие ботиночки сейчас у них идет скидка. Кстати, за счет платформы эти ботинки очень теплые. Вот период, мне кажется, октябрь, ноябрь будут отличные. Вот эти дороже, черные, потому что они, ну, намного стильнее, да, смотрятся, нежели бордовые. Итак, девчонки, первый лук из Сенсей. Здесь на мне коричневый пиджак из кожзама. Вот такая блуза. И, кстати, брюки тоже Сенсей. Я уверена, что каждая из нас хочет одеваться, утепляться, точнее, утепляться красиво. И вы можете себе это позволить, купив вещи в Сенсей. Почему нет? Я знаю, многие критикуют за качество, но я вам должна сказать, вот эти вот на мне брюки я купила в Сенсей по скидке за 159 гривен летом. И в дождь, это такая находка, девочки, в дождь, в сырую погоду. Я не знаю, у меня такое ощущение, что они даже согревают как-то тело. И смотрите, здесь на пиджак из кожзама я одела вот такое клетчатое пальто и шапка бини бордового цвета. Мне кажется, получился такой осенний лук, не скучный и достаточно стильный. Вот здесь на мне также ботинки из Сенсей, кстати, очень удобные и, что удивительно, легкие. И вот такой еще меряю здесь лук. Смотрите, это джинсы, точнее брюки из бежевого денима. Очень плотная ткань, классные, удобные. При этом они мягкие. Ботинки очень удобные, тоже идут размер в размер. И вот такая удлиненная, кстати, толстовка без капюшона. На таком типа флис, какая-то очень теплая идет обратная у нее сторона. И, кстати, как верх можно сюда подобрать вот такую жилетку. Это жилетка из Reserved. Мне кажется, она сюда очень бы подошла. Или какую-нибудь, да, куртку утепленную.
Итак, девочки, сейчас мы с вами находимся в секонд-хенде. Это магазин Big Bag. Смотрите, здесь есть вещи секонд, и есть вещи люкс, и есть вещи стоковые. Да, стоковые – это старые коллекции, которые где-то не распродались. И смотрите, так как мы хотим утепляться, так как мы хотим утепляться, короче, я решила посмотреть кое-какое пальтишко. У них появились вот буквально позавчера вот такие интересные пальто. Бренд Vera Moda. Кто, возможно, знает, я знаю, что это, по-моему, Китай. Вот, но качество неплохое вроде бы как. Сейчас буду мерить. Итак, первое пальто такого нежно-пудрового, светло-карамельного цвета. Очень стильное. Бренд Only. И есть вот такой теплый воротник, высокий. Его можно как бы и... Кстати, его можно отстегивать. Что я хочу сказать? Короче, цена 2400, и мне кажется, что это очень дорого. Потому что само по себе пальто все-таки светлое, и очень легко его где-нибудь мазнуть, не знаю, в том же общественном транспорте. Дальше вот такое мне очень понравилось. Двубортное, нежно-бежевый цвет, очень стильное. Вот такое я бы себе прикупила, девочки, на осень. Очень женственное. Как спортивная обувь сюда подойдет, так и классическая, какой-нибудь каблук. И из вещей из секонд-хенда мне очень понравилась, девочки, вот эта сумка. Смотрите, такая длинная бахрома, она из кожзама. Сегодня первый день завоза, и сумка вытянула 82 гривны. Я думаю, все-таки подождать день-другой, возможно, она еще там останется. И мне она нравится, она очень, кстати, подошла к моему сегодняшнему луку и смотрится очень стильно. Пишите свои комментарии, что понравилось, что нет. А также, если интересно, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!